Привет, меня зовут Ксения, я блогер. И прямо сейчас решается судьба нашего края, Черного моря и Таманского полуострова. Превратить его в житницу и развивать курортную и рекреационную деятельность, или же поставить 8 химических заводов и превратить его в безжизненную пустыню. Нам обещают, что строительство таких масштабных производств положительно скажется на экономике Темрюкского района в целом. Нас убеждают в том, что нет лучше места в России, где можно было бы поставить новые химические заводы, кроме как в Темрюкском районе на берегу Черного моря. Мол, мы имеем наиболее выгодное положение, наш район для них удобен. Экономисты говорят о том, что развитие экспортного потенциала гораздо больше принесет пользы району и позволит ему развиваться, создавать материальные блага, нежели чем туристический потенциал. Нам говорят, что эксплуатация производств будет оказывать минимальное негативное воздействие на природу и на здоровье человека. Но можно ли доверять этим словам? Нас, местных жителей, пытаются убедить в том, что налоги от химических заводов пойдут на пользу Таманскому полуострову. Нет, после строительства химических заводов налоги не потекут рекой, и Тамань не превратится в процветающий город-сад. Но давайте вспомним, сколько портов и производств находится сейчас в Темрюкском районе. Порт Темрюк, порт Тамань, порт Кавказ, три порта и ряд лидирующих предприятий. Ни в одном районе края нет столько портов. Они приносят огромные прибыли, но они идут не на развитие района. С такими налогами Темрюкский район должен был быть самым процветающим районом в Краснодарском крае или хотя бы одним из таких. Еще тогда при их строительстве нам обещали развитие, процветание и благополучное будущее. Но что из этого сбылось? Станица Тамань уже давно могла бы стать красивым черноморским курортом с набережными, с развитой инфраструктурой для комфортной жизни и отдыха. В этом году начали реконструкцию набережной станицы Тамань и центрального сквера в городе Темрюке. Но на какие деньги? На выигранные в конкурсе, а не на те, что могли бы выделить крупнейшие предприятия в порту Тамань. Почему вы решили, что после строительства химзаводов что-то изменится? Они уже не оправдали своих надежд, они уже не сдержали своих обещаний. Если вы когда-нибудь ездили в сторону порта Тамани, поселка Волна, вы знаете, какая дорога лежит к этим местам, где ежедневно ездят большегрузы и автобусы с рабочими из Анапы, Керчи, Славянска и других городов. Сплошные ямы, в которых можно оставить колеса. Они даже себе не могут сделать дорогу, что говорить про остальные населенные пункты Темрюкского района. Нас убеждают в том, что после строительства химических заводов для местного населения появится больше рабочих мест. Нет, это обман. Производства будут автоматизированы, а минимальные рабочие места будут исключительно для высококвалифицированных специалистов. Большинство местного населения не имеет специального технического или высшего технического образования и не сможет работать на данных производствах. А соответственно, рабочие места будут созданы для вахтовых приезжих из других регионов. Для них Хатека даже собрались строить под Таманью новый микрорайон на 15 тысяч человек, а нагрузка от этих приезжих ляжет на наши и без того убитые дороги, больницы, водопровод и электросети. У нас не хватает больниц, у нас не хватает медиков и учителей, у нас не создана никакая инфраструктура. Сейчас наши станицы и поселки живут и развиваются на те средства, которые выделяются из наших налогов, либо выигрываются в общероссийских конкурсах. Группа компаний в порту Тамань не имеет никакого отношения к происходящим изменениям. Нам говорят, что производство будет безопасным и строится по современным технологиям. Но прямо сейчас мы уже своими глазами наблюдаем, как функционируют их предприятия. Постоянные утечки мазута и нефтепродуктов в море, где купаемся мы и наши дети. Жители Тамани и Волны периодически жалуются на запахи нефтепродуктов и угольную пыль. В порту Тамань неоднократно происходили ЧС с опрокидыванием цистерн с нефтепродуктами, вагонов с углем. И все это вблизи населенных пунктов и на ЖД путях. Согласно проекту, комплекс заводов по производству метанола, карбамида и аммиака будет производить 5000 тонн в год выбросов вредных веществ в атмосферу. Это более чем 13 тысяч килограмм ежесуточно. И это уже к имеющимся вредным веществам от работающих в порту производств. ЭФКА, Таманнефтегаз, перевалка угля, серы и прочих. Это может окончательно угробить и без того хрупкую экосистему Тамани и не может не отразить на здоровье людей. Хотите увидеть, что станет с нашим краем после строительства химических заводов?
Или вы уже забыли про поселок Чушку? Если раньше здесь жили тысячи людей, то сейчас поселок больше похож на чернобыльскую зону отчуждения. Завалившиеся домики без крыши и окон, горы строительного мусора, старые лодки и развалины. А рядом красивые желтые комочки, лежащие прямо на дороге. Это Сера. Именно здесь был построен терминал по перевалке опасных грузов. Он и сейчас работает. Но в самом поселке уже никто не живет, потому что здесь наступила экологическая катастрофа. Люди были вынуждены бежать, оставляя свои дома. Почему строить химзавод здесь – это настоящее преступление? Потому что наш район находится в зоне сейсмической и вулканической активности. Здесь часты штормовые ветра, которые приводят к образованию смерчей на суше. И в случае чего пострадают не только жители Таманского полуострова, но и детской здравницы Анапы и Керчи. Вы спросите, что можем сделать мы, лично каждый из нас? Придать огласки в СМИ, распространять эту информацию в своих социальных сетях и мессенджерах, подписывать петиции, не бояться писать президенту. Молчать нельзя, бездействовать нельзя. Если сегодня мы промолчим, то завтра мы пожалеем о том, что ничего не сделали. И это касается не только местных жителей, а тех, кому не безразлична судьба Черного моря и черноморских курортов. Все важные ссылки я оставлю в описании к этому видео, либо в первом закрепленном комментарии. Потратьте всего 5 минут своей жизни ради вашего светлого будущего и будущего ваших детей. Экология Черного моря, поселок Волна, Темрюцкий район. Это еще только один причал заработал, это только малость заработала. А что дальше будет? Ну и как летом ездить, отдыхать, купаться в Янтарь с детьми, а? Ну как? Вот оно, побережье Черного моря, вот, пожалуйста. Наши олигархи обещали, что все будет чисто, поселки будут чистые, море будет экологически чистое. Вот вам чистота на лицо, пожалуйста.